Для них голые стены как чистый холст для художников. В Челябинске прошли дни дизайна. На оформление трех квартир с черновой отделкой мастерам декора дали всего 2 дня. Оценить их работу и получить личную консультацию смогли все посетители выставки. А для детей, которые пришли с родителями, провели мастер-класс по составлению букетов из конфет. Дни дизайна в жилом комплексе Лесопарковой – это новое необычное событие. Мы собрали в одном месте оформителей, дизайнеров, различных партнеров, чтобы люди могли подчеркнуть идеи для оформления новых квартир, чтобы они понимали, как можно поработать с пространством. И нам очень приятно, что наша идея удалась, что сюда приходит много народу, они действительно вдохновляются. Зеркальные мозаики, ягоды огромных размеров, джинсовые кресла, большие клумбы. Здесь и необычные элементы декора, и вполне классический интерьер. Например, в этой комнате удивительное сочетание цветов и зелени, пуфиков из шкур животных, предметов с хромовым покрытием и современной мебели. Дизайнер Юля Шарапова говорит, что стремилась к эклектичному стилю с максимальным комфортом. Здесь что-то вроде студии, то есть мы старались просто сделать интересную инсталляцию, в которой будет интересно находиться нашим посетителям. Интересно будет посмотреть представленные здесь предметы, интересно пофотографироваться. Общую тему взяли светлый интерьер, белое с зеленью, потому что у нас весна, уже практически лето. Хочется воздуха, хочется тепла. Весь декор сюда привезли лишь на время. Однако потенциальные покупатели этих квартир вполне могут создать уже в своих комнатах нечто подобное.